Студия творческого развития «Оперение» Константина Хабенского в Сочи открылась 2 года назад и сразу присоединилась ко всем марафонам, которые проводит благотворительный фонд российского актера. Традиция «Дети помогают детям» в студийном движении сложилась давно, но такой одновременный межрегиональный театральный марафон состоялся впервые. Вообще студия не готовит к этому, не готовит, чтобы пойти в театр. Она готовит именно к доброте, чтобы люди научились добрыми отношениями, с теплыми чувствами относиться к людям, как, что мы сейчас и пытаемся сделать. Сегодня мы занимаемся тем, что собираем деньги на лечение конкретному ребенку. Это очень важно для всех нас, для нашего движения, для нашей студии. И наша студия впервые принимает участие в таких мероприятиях. И нам очень волнительно, но мы очень рады тому, что сможем спасти жизнь и сможем помочь детям. В рамках театрального марафона, посвященного Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, начинающие актеры продемонстрировали зрителям все свои способности. Таким образом, фонд Константина Хабенского привлекает общественность к вопросу поддержки детей, болеющих раком. Дети смогут помочь детям. Конечно, подобные акции были, но межрегиональный театральный фестиваль – это впервые. Мы поможем детям, и я думаю, что это нужно даже не больным, это нужно здоровым, это нужно нашему обществу. И действительно, такие мероприятия рассчитаны и на участников. Одна из основных задач оперения – воспитание в детях милосердия и сострадания.